Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Сегодня в рубрике «Инди-хоррор» мы посмотрим игру «Мэре» или «Маэре», «Когда умирает свет». Давайте начинать. Наушники надеваем и вперед. Так, наденьте наушники. Даже тут пишут. Так что надеваем все. Выключите свет. Скоро будет поддержка Oculus Rift. Кстати, крутая штука. Надо будет как-то... Сегодня сон каски бранши. Bon, l'expérience est sur le Скоро point de наш commencer. Эксперимент начнется. On est en train d'établir votre profil. Настроили твой профиль. Уже почти. Tout est stable. Все стабильно. Ok, vous allez Я bientôt commencer votre aventure. Vous allez être immergé Сейчас dans un rêve créé à partir des données qu'on vient de collecter. On va tout vous expliquer, mais surtout ne retirez jamais votre casque de réalité virtuelle. Il est directement lié à votre activité cérébrale. Отлично. Мы, говорит, тебе все объясним, но ты не снимай свой типа Attends, шлем виртуальной реальности. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas, générateur est en ligne. Bon, ne vous inquiétez pas, on va régler le problème. Мы починим программу. Слишком поздно, что-то пошло не так. Я думаю, он уже внутри. Отлично. Какого черта? Что-то пошло не по плану. Люди! Что-то пошло не так. Здравствуйте. Какие странные фотографии. Может, ее потрогать можно? О, смотри, там кто-то... Подожди, а кто-то... Смотри, там зачеркнутые люди. Ладно, хорошо. Эта дверь не открывается. Какой-то отель, да? Ножик, отлично. Тут кого-то чикали, походу, по полной программе. Вот. Та-да-да. Хорошо, это все просто глюки программы. Да, господа, вы наблюдаете там за мной? Проблема. Тебе нужно вернуть свое кресло. Так, хорошо, пойдем обратно. Что? Похоже, что он где-то еще. Попытайся найти кресло. Мы с тобой свяжемся, как только ты на него сядешь. Отлично. Оно же было только что здесь. Твою мать. Твою мать. Уйди отсюда. Девочка. Что тебе надо от меня? Открой дверь. Спокойно. Валим, валим. Долбаные девочки. Зачем я подписался на этот контракт? Зачем я согласился участвовать? Уйди от меня, пожалуйста. Это что ты говоришь насчет его снов? Хорошие деньги, говорили они. Это безопасно, твердили о мне. А мне. А не мне. Я что-то начинаю сдавать. Ой, твою мать. Ой, Валя, Валя. Какого хрена? Ой, где кресло? Кресло дайте. Ой. Вытаскивайте меня отсюда! Все? Ладно. Давайте попробуем еще раз. Это было очень кирпично, да очень как-то коротко. Я не хочу смотреть это еще раз. Ладно, пойдем, в этот раз мы постараемся найти кресло. Странновато как-то, да? Но при этом, блин, круто. Это мы видели, это мы знаем. И что-то пошло не по плану. Этот коридор сам... Ой-ой-ой-ой.
Я просто иду вперед. Я ничего не хочу. Какого черта? Это... Ай-яй-яй, свали, мать твою. Ну, я так понял, этому бабайке попадаться не стоит. Коридор, такое ощущение, каждый раз генерируется каким-то случайным образом. Нет, я все равно. Хотя, может, и нет. Третья попытка, третий испытуемый. Блин, прикольно, но как-то слишком быстро убивают скоты. А я могу в комнатах от него прятаться? Да, конечно же, нет. Падай. Мы это уже проходили. Нет проблем, понимаешь. Ой. Что-то как-то совсем густо пошло. Видели, там в комнате что-то было, но я уже не хочу проверять, честно. Спокойно. Мы там были, нет? Ой! Нет. Никто не бегает, все в порядке. Пойдем посмотрим. Это же комната. Теперь тут темно, да? Да где я найду-то ваше кресло? Вы что, издеваетесь, что ли? В темноту. Просто в темноту. Тихо. Свет включился. Какого черта? Ой. Вон он идет. Вон идет. Бежим. Бежим. Ой, твою мать, еще ты тут. Французы, мать вашу, что же вы наделали? Это же тупик сейчас будет, да? Хорошо. Да блин! Ой, уйди. Иди, мать твою. Иди, девочка. А сейчас он слева сейчас уже подходит. Нужно как-то попасть в тот коридор за ним, но он меня постоянно убивает. Блин, это невыполнимая задача. Вот здесь сейчас надо будет повернуть направо, да? Блин, да чего страшная хрень? Что-то странное, говорит, с его сном. Конечно, с моим сном все в порядке, с вашей программой что-то не так. Ой, валим. Да, блин, хватит шептать эти гадости. Селиманге. Ого. Какого черта? Да хватит уже, ну. Ой-о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 й
Валим. Ты, говорит, меня слышишь? Мне плевать. Что? Что за звуки? Ух, ебана мать, я ничего не вижу. Вообще, просто тупик, все. Слишком страшно. Ну, чтобы освежить чувства, продолжение этой истории мы оставим на потом. Увидим через несколько, я не знаю, через дня-то там 3-4, мы еще поиграем в эту игру. Но пока что, я думаю, хватит, потому что дико страшно. Ну и кроме того, вы уже успели привыкнуть к бабайке. Маленько отдохнете. У меня голос перестанет дрожать, и все будет по-прежнему. Хороший хоррор, французы молодцы. Это, конечно, было подло, закрывать меня в таком месте. Но как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующем инди-хорроре. Увидимся в продолжении этого «Майре». Или как она там называется. По-моему, это было круто. Увидимся. Всего хорошего. Пока.